Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня очередная серия слитков. Сегодня очередная серия следочков на моем канале. Вы уже привыкли, что у меня здесь как бы обрисована моя нога или нога человека, которому я это вяжу. Далее спицы 3 мм, нитки 180 метров в 100 граммах. Два цвета, остатки ниток, девчонки, сколько? Грамм 50, наверное, 50-60 грамм ушло. Так, далее, набираю я петли, вот смотрите, видите, если посмотреть, не хватает мне 3 сантиметра до длины стопы, то есть... Стопа у меня 24 сантиметра, изделие у меня 21 сантиметр. Из этих ниток на 21 сантиметр я набираю 42 петли. У меня как раз это выходит. Так, 42 петли. Вязать мы будем незаконченными рядами. Благодаря тому, что у меня два цвета, это прекрасно видно. Кто не знаком с незаконченными рядами, смотрите видео до конца внимательно. Потому что этот способ я использую и в других видео. Вяжу лицевыми петлями. Все вязание лицевыми петлями. Так, способ незаконченных рядов. Я буду использовать и далее очень часто, и в предыдущих моих видео этот способ я использую, девчонки. Так, два ряда я провязала основной нитью, далее привязываю дополнительную нить. И незаконченный ряд мы будем вязать дополнительной нитью. Вязание точно так же продолжаем лицевыми петлями. Не довязываем до конца ряда. 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы поворачиваем работу. Теперь нам нужно сделать вот такую вот воздушную петлю. Или накид. Ну, такой перекрученный я делаю. И далее вяжем обратно. Тоже лицевыми петлями. Так, следующий ряд, пятый, снова основная нить и вяжем лицевыми петлями, то есть эту вторую нить я просто оставляю незадействованной. И теперь вот смотрите, мы доходим до того места, где мы поворачивались. Вот он наш накид, который мы начинали предыдущий ряд. Его мы провязываем вместе со следующей петлей. Это нужно для того, чтобы здесь не было дырок при вот этом соединении. И довязываем ряд до конца. Следующий ряд вяжем лицевыми. И повторяем. Повторяем. Следующий раз ряд вяжем лицевыми. И снова повторяем желтой нитью. То есть по два ряда. Основной нитью основного цвета мы вяжем до конца при этом, провязывая вот этот накид вместе с петлей. Нитью желтого цвета, дополнительного цвета, мы вяжем, не довязывая, 8 петель до конца. И вяжем полностью вот эту нашу деталь. Так, вот смотрите, сколько я связала. Высоту провязала я 22 сантиметра. Я думаю, что этого 22 сантиметра достаточно для всех как бы женских размеров. Для мужских размеров 23-24 примерно сантиметра. Ну и для детских уже меряйте по ноге, ориентируйтесь по ноге ребенка. Это индивидуально, потому что может быть такая ножечка, может почти взрослая быть. То есть меряйте. Так, после 22 сантиметров все петли я закрываю. Теперь будем собирать наш тапочек. Первым делом я наберу на иглу вот этот носочную часть. Здесь сделаю узелок и хорошенечко зафиксирую. Так, далее сшиваем до половины примерно. Вот здесь вот у меня один
уже готовый тапочек, поэтому я буду ориентироваться по нему. Так, здесь я сделала узелок, нитку обрезаю. И теперь вместо пяточки. Здесь у нас очень много ниток всяких завязанных, привязанных, поэтому я их вот здесь вот придержу и немного их как бы дам в шов, чтобы зафиксировать, а потом обрежу. Еще один стежок. Сейчас обрежу, уже у меня они. Так, сшиваю до конца. Так, и где-то до конца, не дошивая 1,5 сантиметра, вот когда у нас такая дырка, мы все оставшиеся петли собираем на иглу и стягиваем, чтобы было хорошо сформировать пяточку. Вот так вот. Видите, чтобы наша пятка хорошо села. Вот. Узелок, обрезаем нить. Вот так вот выглядят наши тапули. Вот они. На этом все, девчонки. Я с вами прощаюсь. Ставим лайк, подписываемся на канал. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.